Ну, вы знаете, в 90-х годах я занимался избирательными кампаниями в регионах и в штабах кандидатов в президенты, в губернаторы, в Государственную Думу, в мэры. Много чего было. И скажу так по опыту работы. Абсолютно в рамках ныне действующего законодательства проводить избирательную кампанию, в том числе и ее финансирование, практически невозможно. И к любому можно придраться. Было бы политическое желание. И в то же время, как бы, на любого можно не обращать внимания, если, опять же, нет политического желания его снять с пробега. Поэтому это будет чисто политическое решение. Всегда можно найти зацепки в любой избирательной кампании.